так много сеток и так далее. Пока много разнообразия на подачах. Вот к чему я веду. То планово, то где-то сетка касается, но все же перелетает. То есть стараются не ошибаться. Есть прием у Локомотива. Отличная доводка. И здорово Дражин Лугурич. Нама впереди. Неистово здесь гудит буквально зал в Новосибирске. Ну, хорошая поддержка в Новосибирске, но сегодня особенно. Ведь чемпион приехал. Хорошая планирующая подача. В этот раз идеально доводит Александр Костадинов. И здесь классная передача на Дражина Лугурича. Задевает Дражина. Скажем, максимальные проблемы Локомотиву. И вот сейчас идеальная доводка. Нужно забивать сразу же с этой же доводки. И Дражин Лугурич говорит спасибо своему связующему за это. Был обыгран факел в Нижнем, в Новом Уренгое за счетом 3-2. Дражин Лугурич на площадке появился. И на подаче Игорь Ковальков был. Ему на помощь вышел Барбаш Артем. Это воспитанник «Динамо» Ленобласть. С октября обе команды в чемпионате России не проигрывали. Если одно поражение было у «Динамо», оно было от питерского «Зенита». Тут еще выбитый прием. Дражин Лугурич с задней линии. Но вот здесь железобетон. 23 марта. Ковальчук на подаче, хороший прием, и Дражин Лугурич. Классная атака по линии. На подачах в третьей партии, но Юрий Бережков без проблем справляется и попадает в площадку Дражин Лугурич. 23-23. Тяжелые моменты тянет. Отличный прием Юрия Бережкова. Рост Кирилла Клицак, кстати, 208 сантиметров. Пауза. Никак не действует. Прекрасная подача. И снова, вот как я говорил, нужный мяч на Лугурича. И в нужный момент Дражин забивает. Дражин, он помог. Сзади дал своей команде уверенность. Хорошая подача. Ну и вот эти эпизоды. И Лугурич выполняет, конечно, прекрасно. Очень технично сейчас сыграл Дражин Лугурич. Город Речетова на площадке. Мартин вновь Курбанова выбирает. Ну, а здесь Лугурич спокойно не замечает двойной блок соперника. Занес руки на ту сторону, пытался он спасти этот мяч. А сейчас отличный прием от Романа Мартыняка. И забивает Дражин Лугурич. Сейчас главное успокоиться игрока. Давайте в Амара Курбанова. И выполняет Дмитрий Макаренко его просьбу. Но здесь отлично справляется Амара. И здорово забивает Дражин. Всему набранному очку они сильно рады. Ну что, Абаев на Курбанова. Нет, это на Лугурича. На Лугурича. В нужный момент передача идет на Лугурича. И Лугурич все последние мячи через линию. И в этот раз. Подача с либера. Так еще на площадку не выходил. Есть прием. Передача на Дражина Лугурича. И он точно забивает Дражин с четвертой зоны. Ну как забивает, давайте. Заченков. Очень мощно. Восхантияра. Каванна играет на Рыбакова. И продолжается атака. И как, смотрите, очень красиво и очень грамотно. Лугурич. Тремя блоками пошли к передней линии Урала. Здесь Пиранин по левой, да еще и справа находился. Здорово сыграл по линии. Дражин Лугурич. Они единственные пока, кто проиграли матча. Минску. Кто дали почувствовать тачки строителю. Но при этом отлично проявляли себя с лидерами. Это же... Здорово, команда вернулась, ведь три мяча Локомотив в концовке вел. 22-19 был счет, но все же коллектив Юрия Филиппова на подачах Виталия Фицова Локомотив. Подача. Ну, я про Сирию говорю. Ладно, я думала, в целом хорошо тут. Уверенно забивает Лугурич, но и прекрасен был на самом деле в приеме Амар Курбанов. Что игрок восстанавливается и потом возвращается, или что все, заканчиваем, восстанавливаешься, ищешь себе команду. Прежнему одно очко преимущества новосибирского Локомотива. Мартынюк в приеме, и первый темп задействует Константин Абаев. Не проходит, и Дражина Лугурича нашли.
четвертой зоне. Он забивает. Не вышел, а это уже Бражнюк. А вот и Даган Лубрич отвечает Константину Абаеву, что у меня до этого не получилось. Здесь очень схожая была передача. Первая партия, могу сказать, на 50% состояла из его смягчения на блоке. Я бы отметил, что в прошлом туре, кстати, Юрий Бражнюк попал в список лучших игроков. Опять же, его уверенную действие в приеме, да, мяча. И не часто он завершал атаки вот так силовым образом. А вот сейчас не постеснялся. Не стесняется и Дражен Лобович во второй партии. Вновь не забивает центральный здесь Лызик его. Ну, стоило ли на самом деле Жиганову через Лызика? В Кемеровском футбасе 20 ноября Илья будет в обойме. И вот Дражен Лубович визави как раз-таки Вика Зайченко забирает первое очко для Локомотива. Егор Кречетов. Есть прием у Локомотива. И на Дражена Лубовича он отлично забивает. Точен, точен, да, прямо, как говорится, как снайпер. Смутила ли его вот эта пауза? Совершенно не смутила, как мы видим. Атака Урала. Достает этот мяч Рыбаков. Тут же пытается Димаков его перепросить. Читалось это решение от Димакова, то, что мяч на тросе, что он будет сбрасывать. И, конечно же, против него поднялся центральный и смягчил. В составе Енисея. Первый сезон в качестве игрока основного состава. Это я бы тоже хотела отметить, потому что очень ярко и здорово ворвался он в основной состав красноярского Енисея. Из игроков новосибирского Локомотива в кадре. Лызик тем временем на подаче, его Мачаева. Алексей Хорош в приеме, здесь клюет, не добивает до пола. И будет полноценная атака уже у Лубурича. Да, вот теперь я понимаю нашего режиссера Алексея Мухина, для чего он показывал нам так часто Дражена Лубурича. Отличная подача, но атака будет у гостей. Ох, Федоров, Лубурич не смог его обмануть. Завязалась борьба какая. Входящий мяч. Так. И опять Федоров. И кто сейчас? Ну, не очень удобно. Михайлов, но он... Нет, ну, наверное... Да, вот здесь, конечно. Здесь Лобурич, 13-15. Лобурич более заметен. Только не будет установки по тому, что подаем на риск, что подача решает, пан или пропан, как говорится. Скидывал Бережко, но там изначально отличная тяжело было. Защита от Дражена Лубовича и сам забивает. Отыгрывается, да, в задней линии. При этом отмечаем, дважды Локомотив смягчал блоком атаки. Он Илья Скуртаев на подаче у новосибирского Локомотива. Достанут мяч гости, да, достают. И перебрасывает мяч Карпухов. Ну, атака Локомотива, и уже здесь Дражен Лубович. Здорово увидел Александр Константинов, что будет скидка. Чуть-чуть не хватает, надо поднажать. Выбивают Бережко. Ух ты! Алексей Самойленко принимает мяч своим телом, и после этого игровой снаряд улетает куда-то далеко и высоко. Вот только сейчас, кстати говоря, мяч вернулся. Будет подавать? Сейчас есть прием у Сургута, и снова передача на Никиту Алексеева. Не стала рисковать, но здесь был готов Семен Кривиченко. Но в данном моменте Кривиченко мяч-то спас, а Лубович завершал уже, причем попал в сетку. Сейчас, наверное, главный судья сделает замечание Никите Алексееву. 10 очков ушел вперед Локомотив. Максим Кириллов подавал. Такая защита от Никиты Нагайца. Первый темп, чтобы от Ильяса Куркаева так достать. Браво, либеро Сургута. Даже после того, как мяч уже опустился в площадку, Никита Нагайц продолжает там метаться. Вот сейчас, смотри, забивает Лубурич, а Нагайц там еще прыгать будет с этим мячом. Локомотивы и сборной России. Да, укоротил он сейчас. Блок Локомотива сыграл. В этом моменте еще раз сыграл блок Локомотива.
Абаев на Дражена Лубурича. По линии точно. Сейчас сыграла эта связка Константин Абаев, Дражен Лубурич на одиночном блоке. И точно был Дражен. Дражена Лубурича. Убирает Мартынюка. Скидка от Лысика. Реагировали здесь кемеровчане. Хлеб по рукам блокирующих. Ну там Мартынюк был готов. Лубурич и не достанут. Да. Ну сложно, сложно, конечно, даже такому либеро, как Алексей Мачеев, добраться до мяча. 21-14. Константин Абаев продолжает силовые выполнять. Сейчас хороший прием от гостей, но не менее железобетонный блок от хозяев. Отыгрывается от блока Роман Мурашко, но Роман Мартынюк спасает, а Дражен Лубурич добивает мяч.